Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, и сегодня я вновь в гостях у Ивана Родионова, с которым мы уже встречались, как руководителем инвестиционного агентства «Ильич», и сейчас я хочу спросить, Иван, после нашей встречи, как обстоят дела с вашим бизнесом и с тем бизнесом, о котором мы говорили? Добрый день, Юрий. Хочу сказать, что те проекты, которые предлагает наш, соответственно, бизнес, именно агентство «Ильич», они надежные, и на текущий момент хочу успокоить инвесторов. Во-первых, тех, которые вложились, очень много инвесторов с канала Юрия зашло в проекты, в типографию. Да, действительно так, я знаю, что вошли люди, да. Вот, в аренду с выкупом автомобилей. Со всеми бизнесами я поддерживаю контакт, и, ну вот, допустим, по типографии могу рассказать, что у ребят сейчас дела идут как раз-таки на подъем, наоборот. Они нашли себя, и в частности, они занимаются проектно-сметной документацией, печатают ее, раскладывают, и это высокомаржинальная ниша, в которой они зарабатывают. Mm-hmm. А по поводу такси и аренды с выкупом, здесь немножко иная ситуация. Все вы видите, да, как количество на дорогах машин сократилось очень сильно. И был такой момент, когда многие водители просто отказались возить, потому что есть риск, соответственно, да, идет пандемия. Но после того, как несколько машин встало на площадку, соответственно, появились водители, которые готовы возить пассажиров. И постепенно уже сменился состав именно водителей. И бизнес тоже работает, выплаты инвесторам идут также еженедельно. Но самое важное и, собственно говоря, о чем хотелось бы поговорить сегодня, это то, что у нас именно в нашем агентстве «Ильич» появился уникальный продукт и для предпринимателей, и для инвесторов. И он связан с IT-бизнесом, который не зависит вот от пандемии, от кризисов. Это бизнес на основе телеграм-каналов. Мы являемся, соответственно, сейчас медиа-сетью «Ильич». Это вот мой второй бизнес, куда я приглашаю инвесторов, предпринимателей. И, собственно говоря, хотел сегодня об этом поговорить и рассказать более детально и подробно. Ну, честно говоря, Ильич меня уже познакомил с этим бизнесом. Более того, я уже участвую в этом бизнесе. Я создал с его помощью телеграм-канал, который уже начал, ну, по крайней мере, идут подписчики достаточно активно. То есть это все работает. Я понимаю, как это работает. Но давайте лучше все-таки из первых уст. Иван, расскажите более подробно об этом бизнесе. Юрий, ну, во-первых, хочу вас поблагодарить лично за доверие, то, что вы стали клиентом, вложились, собственно говоря, в развитие своего бизнеса. И сейчас действительно очень такая ситуация, в стране очень много предпринимателей, 3,5 миллионов предпринимателей не знают, чем заняться, не знают, что будет дальше. И мир уже, наверное, не будет таким, как раньше, потому что все увидели новые риски, риски как раз-таки, которые связаны с какими-то нештатными ситуациями, и это теперь будут инвесторы в том числе закладывать при выборе того или иного объекта. Что я могу сказать? Могу сказать, что предприниматели могут зарабатывать в данном случае на нескольких статьях доходов, которые заведут себе телеграм-канал через нас. Они могут зарабатывать, во-первых, на рекламе, то есть можно продавать место в своем телеграм-канале, вот, допустим, на ночь, то есть такой вечерний пост выходит, да, это стоит, ну, в канале, допустим, как мы делаем вам, от 10 тысяч подписчиков, да, чтобы был канал, это будет стоить от, в теме инвестиций где-то в районе 10 тысяч рублей, то есть вот такой доход вам будет, 8-10 тысяч рублей стоить будет один такой рекламодатель, рекламист его правильно называть, который обратится, и вы, соответственно, можете на этом зарабатывать, как на рекламе. И второй источник дохода — это люди, которым вы будете продавать свою линейку продуктов. Это биржа для чайников, это, соответственно, модельный портфель, это опционные стратегии, которые вы активно продвигаете на канале. Со мной все понятно, как бы для меня, по крайней мере, то есть как продвигать. А вот скажите, пожалуйста, для каких бизнесов это больше всего подходит и какие бизнесы, ну, наверное, не очень подходят для развития через телеграм-канал? Здесь не угадаешь, как бы мы всегда, когда к нам клиент обращается,
Соответственно, мы делаем анализ подробный, смотрим нишу. Вот, например, люди, которые занимаются металлом, строительными материалами, даже те, которые занимаются производством мебели, то есть, вот, казалось бы, реальные бизнесы на земле, где есть рабочие руки, они спокойно через наши телеграм-каналы привлекают себе клиентов. То есть, настолько большая аудитория, мы ее можем и геолокацию определить, откуда, соответственно, будет подписчик, и с точки зрения сегментации можем сделать выборку. В данном случае, ну, мы всегда, тем не менее, общаемся с каждым бизнесом, составляем целевой портрет клиента и уже после этого делаем предложение. Поэтому те, кто хотят посмотреть, как именно в вашем бизнесе такой канал, телеграм-канал и насколько он эффективен, оставляйте свои заявки, соответственно, по ссылке. Наш менеджер с вами созвонится, проведет такой опрос, и мы сделаем вам предложение. Если у вас вот конкретный бизнес, то, наверное, стоит все-таки, ну, обратиться и посмотреть, ну, можно ли данный бизнес как-то раскрутить через телеграм-канал, чем он может помочь, и, ну, тогда уже думать, вкладываться или нет вот в это дело. Ну и в качестве рекламы то же самое вполне возможно. Лично я вот оценил свои возможности, и я понимаю, что через телеграм-канал можно зарабатывать деньги. Ну, что я могу сказать? Есть у меня один коллега, вот про которого, ну, в общем сказать, я знаю, что вот у него, да, вот развитый телеграм-канал, и он зарабатывает на своем телеграм-канале, ну, в районе 2 миллионов рублей в месяц. Это очень круто, ребята! И, ну, вот почему я за этим загорелся? Как он это делает? И самое главное, что можно достаточно быстро, ну, как бы вот это вот раскрутить. Скажите, Иван, а вот какое количество клиентов, какое количество подписчиков нужно, чтобы канал работал хорошо? Ну, вообще, я немножко предысторию расскажу, как я, собственно говоря, стал владельцем, да, этого бизнеса. Я точно так же себе достаточно быстро создал телеграм-канал, то есть вот мой старт, он начался тоже с 10 тысяч подписчиков. То есть я увидел, как это эффективно. Я, соответственно, сделал новый продукт, тоже там бесплатный марафон. И с этого марафона он у меня сразу, этот канал, начал монетизироваться. И как раз совпало вот такое мое вложение именно бизнесовое именно в свой проект «Инвестиционное агентство ИРИЧ» с тем, что наступил такой кризис, огромный кризис во всем мире. Я увидел перспективу развития, и я купил этот бизнес вместе с командой. У команды уже за прошлый год очень много было кейсов сделанных. Мы достаточно быстро сейчас двигаемся, я очень вовлечен в этот бизнес. И мы придумали, соответственно, с учетом моих компетенций, которые я имею по привлечению инвесторов, и тех компетенций, которые, соответственно, есть у команды, у моей уже, да, мы придумали проект, который, соответственно, интересен инвесторам. И инвесторы у нас уже вложились, у нас уже 3 инвестора инвестировали и получают достаточно высокий доход. И я просто боюсь в этом видео как бы все рассказывать, потому что мы вас запутаем. С одной стороны, тут были и предприниматели, с другой стороны, тут были инвесторы. И наверняка на вашем канале, кстати, есть девушки, да, вот, которые иногда смотрят, и тут очень много биржевых терминов. Так я вот могу сказать, что даже девушки, они у нас тоже заказывают телеграм-каналы. Это очень просто, это доступно каждому, и это очень эффективно. Поэтому, может, мы просто сделаем серию роликов, еще там несколько роликов, где подробнее расскажем про эффективность. Лично у меня флагманский канал 30 тысяч уже подписчиков. В нем 30 тысяч инвесторов в моем канале личном. Хорошо. А вот еще один такой вопрос. Посмотрите. Очень быстро набирается количество подписчиков. Это живые люди или, может быть, это все-таки боты? То есть как-то вот накручивает что-то все-таки вот как бы... Есть сомнения. Вопрос мне понятен, и я его слышу от каждого практически второго клиента потенциального. Что я могу сказать? Вот мы специально для наших клиентов и специально для наших инвесторов завели маленький телеграм-канал. У нас, ну, на текущий момент там где-то порядка 380 потенциальных клиентов, которые хотят заказать телеграм-канал.
И мы подробно описываем, как проверить канал на боты, рассказываем вообще, что такое телеграм-канал, как его можно использовать в своем бизнесе. И все это можно, соответственно, почитать и буквально там за несколько там, минут 20-30 понять всю механику, разобраться в этом во всем. Мы занимаемся только проверенными и делаем чистых подписчиков. Это живые люди, которые активны. Вы можете увидеть в отчетах, которые мы публикуем. Более того, каждый день мы вечерний отчет публикуем с общим количеством в нашей сети подписчиков. У нас уже более 85 тысяч подписчиков лично вот в медиасетке и лич, которую мы сейчас развиваем и которую мы продвигаем. Так что те, кто оставят заявки, соответственно, вам на e-mail придет ссылочка на наш вот этот телеграм-канал, и вы можете, соответственно, перейти в этот телеграм-канал, получить многие ответы на ваши вопросы. Правильно ли я понял, что количество подписчиков достигается за счет использования вот этой медиасети? Да, все верно. Дело в том, что... То есть там живые люди, медиасети с разными интересами? Конечно. Ну вот представляете, мы растем. У нас на самом деле цель к концу года достигнуть 1 миллион подписчиков в сети, чтобы у нас в общей сложности такое количество живых людей, вовлеченных было именно в наши ресурсы, телеграм-канал. И именно... Составляя грамотные предложения, мы именно для вас, соответственно, формируем такие как бы потоки людей, которым интересно именно тем, чем занимаетесь вы. Как говорит один мой знакомый, соответственно, зубопротезников мы к зубопротезникам, а крокодилов мы к крокодилам отдельно, как бы. Понятно. Понимаете, да? Да, понимаю, вот. Да. И то у есть вас... у вас есть медиасеть, это есть люди, которые с разными интересами, разные группы людей, и вы, ну, как бы направляете таргетированно вот эту рекламу. Верно. Туда, куда все понятно, и там живые люди. То есть есть полная гарантия, что это не боты, правильно? Конечно, гарантию мы даем. Ну, хорошо. Ну, друзья мои, я думаю, что вот более подробно вы можете узнать о том, подходит ли ну, данное предложение для вашего бизнеса, чем может помочь именно вашему бизнесу, вашей специфике. Вот, ну, вот это предложение от Ивана, я думаю, что просто можно ну, подписаться и задать ему вопросы. Вот, ссылочку вы найдете. В описании, естественно. Вот. Но я со своей стороны хочу сказать, что я принял это предложение, я понимаю его ценность. И если вы скептики, ну, наблюдайте за мной, за моими успехами. Если вы хотите попробовать, ну, хотя бы задать вопрос, ну, подписывайтесь. Что я еще могу сказать? Спасибо.